Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. А то, что наше нынешнее бедственное положение неприемлемо, княже! Урушихара, твое мнение можно узнать? А? Какое мнение? А, насчет того, что князь Мысатана пашет на подработке под именем Мао, в то время как его верный маршал Элсиэль заделался домохозяйкой Асии? Нет, я сейчас о том, что другой его маршал Люцифер совсем совесть потерял, стал хиканом и разбазаривает финансы темной твердыни! Потом его отчитаешь, Ася. Тут и без твоего полыхания настоящее пекло. О да, вентилятор уже на ладан дышит, рухлядь. Лучше бы новый купил, чем на меня орать. Небось, и электричество жрет немерено. Чья бы корова мычала? Мало того, что жрешь, как не в себя, и бюджет опустошаешь, так еще и фигню всякую на джангле заказываешь. Сказал же, это для исследований. И это ты называешь исследованиями, игрушки про зверье на острове? Не душни, и так душно. Кто весь чай выдал? Если что, это был не я. Не сомневаюсь, ваше темнейшество. Вопрос был чисто риторическим. Урушихара! Почему не заварил и не охладил еще после того, как почти все выхлебал? Чего тебе стоило сунуть пакетик в воду из-под крана? Герой Эмилия! Ты осмелилась подслушивать нашу беседу? Больно надо. Да вы так орете, что вас в другом квартале слышно. Повелитель тьмы и два его маршала парятся в крошечной комнатушке без кондея и спорят о том, кто будет заваривать чай. Однако это ставит под угрозу идеальный порядок, который я навожу в нашем замке. Так что ты, Урушихара, будешь отдуваться вместо меня. А чё сразу я-то? Сейчас я тебя натренирую, как правильно хозяйство вести. Ну, знаешь, 30 тысяч — это приличная сумма. Бэль, ты только недавно сюда въехала и еще нигде не работаешь. Ты можешь себе такое позволить? Не беспокойся. Я собрала все реликвии церкви, которые я принесла из Энтеислы, и сдала их в ломбард. Да и архангел Сариил, прямо скажем, уже не тот. О, возлюбленная моя! Ты из Маграга, я из SFC. Двух вечно конкурирующих организаций. Мы с тобой словно Ромео и Джульетта фастфуда. Мао, этот клиент твой. Добрый день. Могу я услышать ваш заказ? 10 больших обедов с Биг Маком, картошкой фри и колой, пожалуйста. Ну и как пользоваться этим антиквариатом? Запомни, контейнер для стирки слева, а джим справа. После того, как загрузишь сюда одежду, поверни тумблер, чтобы включить таймер. Что за князь тьмы из тебя, позорище трусливое? Да я вовсе и не испугался! Любой бы опешил, если бы на него такое прыгнуло! Яблоко? Даже в мире демонов такие здоровенные яблоки не растут! Почему, когда ты рядом, вдруг постоянно творится какая-то ересь? Да потому что ты ко мне прицепилась, как банный лист! Герой сталкерша! Сталкерша? Приклеилась к тебе, значит? Ага, размечтался бомж в футболке Юнисло! Замолкни, на себя посмотри! Ишь, разоделась в такую жарень! Да по тебе, героиня плоскодонка, спортивный лифак нулевого размера из Юнисло плачет! Достал! Ну все, не сносить тебе головы! Так, обожди, что ты сразу заметишь-то, а? Давай сперва поговорим. Ага, сейчас! А как же Чиха Сасаки? Он меня обнял. Мао, обнял меня. Тяжелый случай. Эмилия, дозволяю тебе сразить этого врага всех женщин. Не науськивай ее, останови! Ой, блин, совсем забыл, что вы с ней всегда заодно. Никогда бы не подумал, что наши планы по захвату мира ждет крах из-за глупого подкола со спортивным лифчиком. Ну и что это за безобразие? Так, все, мы, пожалуй, пойдем. А ну не сметь! А кто твои отец и мать? Он имеет в виду папа и мама. Папа? Сатана? Ясно. Твой папка сатана. Чё? Что? Я? Мао! У вас есть ребенок? Нет, чья? Она не моя! У вас были жена и дети, когда вы правили миром демонов, да? Да нет же! Успокойся, пожалуйста! Коли это так, покайтесь перед ней, княже! Ася, и ты туда же! Ваш наследник — это не шутки для мира демонов! Как вы могли утаить этот секрет от меня, вашего слуги? Да постойте, почему вы все сразу поверили, что она моя дочь? Ладненько, кто твоя мама? Мама! А? Я? Папа! Мама! Ее отец — князь тьмы, а мать — герой? Госпожа Юса!
Мамочка! Take you with my life, never forget that. Said you leave you cry, said you couldn't pass.